сочкой я Марусю встретил в розовых чулочках. 20 метров сидя с крыльца. Да-да-да-да, да-да-да-да, это в розовых диаметр чулочках. Круга. Да-да-да-да. 6 сантиметров, 5 хлопков, это со стандартных прицельных, с мушки, 20 метров, убойная зона, пернатых, вот и все, стандартная пружина 20 метров. Что касаемо пуль, раньше использовал GSB, Чехия, и Хендлер Нотерман немецкие, HDN. Самые хорошие пули они считаются, так и есть, пули отличные, и GSB, и Хендлер Нотерман, и все там. Вот, у немцев Field Target Trophy хорошая пулька 0.56, у GSB Exact Diablo 0.55, а из вот таких вот, Люман, производитель, хороший тоже, из бюджетных пуль. Масса 0.57. Сохраняет энергетику хорошую. Для мурки подходит. В моем варианте 7.5 тоже хорошо. До 30 метров работает отлично. Так что и цена, соответственно, тоже в разы дешевле. Тоже нормальная пуля. Взвешивал, развесовка у них одинаковая практически. Сделаны тоже хорошо, качественно, нормально. С открытых прицельных идеально, до 30 метров работают. По перу годится. Домет пелец. Мурка изначально, она не предназначена для того, чтобы ее там усиливать как-то, нагружать. Потому что это сразу ведет постепенно. Даже я бы сказал, через 500 хлопков, через 1000 хлопков начинает все изнашиваться. У меня у самого было 4 мурки. Первая была с железным казенником. Эта часть была железная. Ее еще можно было как-то усиливать. Но потом сделали пластиковый казенник. Что пошло, когда ставишь газовую пружину? Газовая пружина под постоянным давлением. Когда взводишь, постоянная нагрузка идет. Вот на этот вот узел, где болт. Соответственно, пластиковая казенник, отверстие пластмассовое, оно из-за давления стирается со временем и превращается в яйцо. Начинает люфт быть. А из-за того, что начинает быть люфт, когда у вас стоит оптика, либо эти прицелы стандартные, все, вы уже не попадаете туда, куда нужно было. Начинаете поджимать этот болт, допустим, а он начинает тереть этот пластик весь. Это одно. Второе, на тяге взвода стоит ролик металлический. При усилении он начинает тереть цилиндр. Канавка появляется на цилиндре. Да, ставят второпластовую лыжу, но она тоже стирается со временем, ее тоже нужно менять. Дальше, нагрузка на УСМ увеличивается, когда ставите газовую пружину. То есть УСМ становится тугим, да, его можно подточить, но все равно идет нагрузка на него. Потом что? Вы ставите оптику, допустим, хотя не вижу смысла. Эффективная винтовка это только до 30 метров. Эффективно. То есть можно отработать что-то на этой дистанции. Небольшое с нее. Когда ставите оптику, пружина выводит из строя оптику. В конце концов, это уже проверено. Выводит оптику из строя. Дальше что? Повышается вес. Когда вы ставите оптику, когда вы ставите саунд-модератор какой-то другой сюда, алюминиевый там или самопальный. Мурка сейчас весит вот в стоке
Это последняя модель. Это 512-06. Она сейчас весит 2,250. 2 килограмма 250. Когда вы ставите прицел и все остальное навешиваете, уже 4 там с половиной примерно. Ну куда это тягать с собой? Смотря для чего она вам надо. Она в принципе не подходит для точной стрельбы никакой. А бы что? Покупаете ее для какого-то дела. По перу какому-то поработать. Этой мощности 7,5 джоулей здесь. Ее достаточно, чтобы до 30 метров отрабатывать по перу что-то мелкое. Вот и все. А уже дальше она неэффективна. До 30 метров она теряет, допустим, сейчас скорость 170. Она потеряет 30 метров. На скорости 140 можно, если там отрабатывать в места убойные, в убойную зону, можно отрабатывать вредителей каких-то. Все. Поэтому усиливать, не усиливать, это ваше дело. Ну, уже это все пройдено. Я говорю. Все постепенно ломалось, продавалось, покупалось. Вот сейчас я взял стоки и буду пользоваться так. Поставил утяжелитель. Когда пружинка подтянет, манжетка подтерется. Достал, поменял. И по закону все проходит. Потому что сейчас все ужесточили. Так что дело ваше, парни. Или дрочиться, мучиться. Либо взять, стрелять так, а денежку зарабатывать и отлаживать на что-то другое. А другое лучшее — это PCP. Все, всем удачи.